Александр, мы сегодня с тем же мы летим дальше. Всем привет. Так, Crush. Я выхожу и поставлю шмеля. Давай, бахай, я сейчас, сейчас я тогда... Я, кстати, с голоду скоро сдохну. Там еды до хера, так что... Ладно, я лучше суицидный разок другой. Так. Есть только средняя броня, но среднюю броню я что... Надо поискать где-то, купим, не переживай. Я не переживаю. Don't я тут еще это... Бухай. 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 Бухарей. Я тут купил спайс. Spice. Да, будем выращивать спайс. Все, шмель готов. Хапка дров и шмель готов. Надо только его заправикать. Так, а я где-то топливо сделал, ты забрал? Я тебе... Да, я там забрал, но я тебе расшарил эти. Там с этого бери. С ящичка. Так, тупая круч. Короче, что ты как-то жесткий. Я контейнером подрубаюсь, там, говорит, хуй лысый. А, я к шмеляре подключился, там еще такое. Ох ты, мы столько пушек с тобой натырили. Пушки, пушки, пушки. Это серьезно. Очищенная вода. Чух. Ликер, кожа. Так, там есть... Я из кислородных баллонов вот взял больших. Я там ставил бак в него с кислородом. Там же станция у меня позабрала костюма. Так что можно будет из него черпать. Без всяких проблемов. Ты, кстати, их в топливную ячейку уже, да, ух смотри, сделал? Ух ты, нифига себе! Всё! Всё. Подожди. Чё, всё? Подожди. Я умираю. Подожди. Я нашёл тяжёлую броню, заебись. Я нашёл мужика, который барыжит оружием. Найс. Ему можно сейчас... Подожди. О, Rocket Launcher есть. Размах. Кислородом. О, все, я кислородом заправил. 63% кислородика у нас есть. Слушай, да, вот, на станцию надо летать, продавать. Тут мужик, короче, скупает вообще все оружие, по-моему. Трешно. И апгрейды, короче, и... Сейчас ему... Загоню винтовки. Трешно. Вот, все, я баллончик заправил. Шарганы. Баллончик. Лазер райфл. Говорит, типа, эй, ты ща, сдохнешь. Так, надо жратвы тогда сразу в холодильник положить в этот. Чё у нас? Бля, мясо оно не готово. Надо готовить. Солям ещё съем пока. А слушай, жратвы до хера попортилось. Ну да, потому что я что-то затупил, и оно... Осталось всё. Во, я, короче, слушай, я нашёл барыгу, который оружие скупает, так что... Ништяк, я ему загнал, сейчас куплю броню и лечу. Тебе? Все. Он в конференц... Почему он в конференц-зале сидел? Я тут что-то не понял. Ты я это бегал тут. Не продал эти? О. Ой, не продал. Не починил? Этот? Нет, там, короче, нужна консоль. А, которая это ремонтная? Там есть ремонтный трюм этот, да? Вот, а там еще должна быть... Он через консоль работает, чтобы управлять им. Понятно. Так, ну что, проверяю шмели. Ну, кстати, надо это, в гатлинг эти патроны захерачить. У нас же где-то были пятнашки. Да, только... Сейчас я посмотрю, где они. Куда я свой корабль заплывал? 15 калибр. Вот они, патроны 15 калибр. Чик, чирик. Это нас ждет знатная битва. Битва за хлеб. Еще побольше жратвы, не знаю, побегать этих, пошмырять местных живность. Не, ты проверь, там должно быть, должно вырасти. Не знаю, просто я к тому, что это мясо у нас очень мало еды. Так, ну все, корабль в принципе норм, как я. Ну-ка, да, это моя последняя вот изменение, которое я вносил, последние. Все, четко прям. Все, я готов, лечу. Идеальный конструктор даже есть, все на борту. Заправлен, кислород есть, чипсы есть. Ништяк. Как это было там? Все есть, бухло есть, закусон есть. Тебя только не хватает, старичок, идем на пикничок. Я уже лечу. У него этот стоит модуль удаленный, так что можно там дистанционно на него заползать, там скидывать добро. В этом плане я как бы постарался его сделать максимально. А почему? Почему я замерз, блядь, внутри корыта?
Да, ты, почему я знаю? Он, скорее всего, не герметичен. Нет, я в кокпите сижу. Знаю. Блин, что-то за... Так, включу ночное видение, хочу позырить, если живность где. Чё за, чё за прикол? Почему внутри корабля? Нет, я не хочу умирать. Чё за бред? Хер знает. А-а-а, я этот кислород, блять, выключил, ёпта. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай! Орбитальная станция вызывает. Опаньки, какие пидорасы у нас на территории. Агрессивные динозавры бегают. Нас сразу двоих шмальнул. Жибанины. Ща еще мясо пожарю. А, она еще не сразу, короче, восстанавливает температуру. Ёо, прогреться должна. Херась. Надо было вискарь с собой взять. Согрелся. Блин, а почему у нее отключен, это оказался кислород? О, прикол, конечно. Сейчас пайсуху похожу как. Так. Сейчас мясо сырое положу. И, кстати, можно сразу запросить его на изготовление. Ну-ка, в малом конструкторе проверим. Холодильник. У нас все нормально, идеально готовится. Так что можно местную живность там ловить и хавать. Уничтожать. Да. Так, сейчас я еще поищу тут рядом. Может, еще кого застрелю. По-братски. Я пока не сделал, не было времени этот, помнишь? Бурилку? Бурилку, да. Она там есть, да? Но она такая сырая еще, прям вот, очень сырая. Не страшно. Вроде ничего, но, блин, не знаю. Я пока недоволен и не хочу, короче, делать. Почему-то в корабле так быстро уходит кислород, я так и не понял, почему. А хрен его знает. А там у тебя, знаешь, что, скорее всего, герметизации нет, потому что у меня был такой прикол, герметизация произошла корабля, я отключил энергию. Не, так у меня кокпит на корабле, то есть не это... А я понял, помещение? Я понял. Ну да. Там какой-то прикол. Что огромное, огромное потребление. Бля, жуков вообще не интересно. Мясо практически не падает, только так и лабуда вся эта говнина. Почти уже летю. 1 километр остался. Так. Лапс. Ему не надо так мочить много кисточку. Все. Мир. Все. Паркуй. О, нифига, подожди, сейчас я посажу там этот спайс. Давай, давай, я пока это жрачку еще закажу. Две штучки. Я тут еще двоих динозавров подстрелил. Нифига. Прячу дону прям на этом. Истребитель. Забацал. Тут все есть, все, что нужно. Тут даже жарко, он около этого ядра, тут 70 градусов тепла показывает. Принципу мамы не горюй. А, вот эти, короче, знаешь, такие растения такие круглые, как в чашечке растут, да. Как будто. Вот, они довольно быстро, да, растут. Да. Может, урожай у них, конечно, небольшой, но. Ну вот, знаешь, я, короче, купил спайс. Спайс. Чтобы, короче, делать.
Наркотик. Там, по-моему, можно делать... Знаешь, что сам... говорят, самое выгодное? Это делать вот в банке. Что в банке? Ну, тут вот canned vegetables. Это, короче, ну, консервированные, да. Они, типа, долго хранятся, да? Ну. Ну, вообще, выгоднее, знаешь, что делать? Вот рационы, пайки. Угу. Вот, они, по-моему, хранятся вообще бесконечно. Угу. Вот, но там нужно очень много ингредиентов. Вот, но если их все выращивать, то будет ништяк. Так, все, я пушки зарядил. У нас патрон чанский есть, если что. Ништяк. Единственное, я фары ему не ставил. Так что я с Night Vision буду летать. Угу. Я, кстати, здесь еще панельки боковые поменял. Если посмотришь, слева-справа тоже этими с фонариками украсил. Ништяк. Цветяшки. Да. Так, я купил себе броню. Ништяк. Что там собираешься? Да, сейчас я посужу. Плохо, что нельзя искать в этом внутри ящика. Туманный лес. Фига он марсаником берет. Аж до 3 километров пробивает. 3500. Кто? Этот. Вот на этом на шмеле радар. Офигенно. Дух на расстоянии. Ништяк. Что-то. Прыгаешь? Я делю. Дима, ну все, ну чё, ты что мораешься? Свешение. Зачем мораешься? Небольшая, топливо. Ну просто сейчас посижу. Посидишь, подумаешь. Физический сигнал. По статистике. Шпайс посажу и все, и шаг будет. Что, ты все взял, кислород, топливо, да? Все, хавчик. Есть, да, все. Хавчика мало, конечно, но хули делать. Не, сейчас я сделаю, просто там же этих vegetables. Да ты можешь их забрать и здесь сделать. Если, конечно, консервы здесь ты не сделаешь, мало конструктора, который здесь на корабле. Не, в конструкторе нет. А, вот он не умеет. Подожди, не трожь. Не вижу этих других типов, как бы на мясо разобрать. Местных перестрелял, сейчас кто тебе ползал. Покажу, как надо рисовать пальчиком. Ну, мясо. Там же из овощей можно делать мясо, ты не знал? Из овощей? Да, это... Это просто фантастика. Джетакапа, тут куча, кстати, интересных мест, которые можно посетить позже. Мункай. Ну, это надо этот гипердрайв сделать будет. Гипердрайв. Так, только знаешь что, я не понял, что такое бац. Из чего делается этот напиток. Ой, все, желудок надо выворачивает. Давай, а то я пока сидел, уже тоже проголодался. Придется самоубийца. Да, я тоже. То, что так откармливать его слишком дорого. Да. Это слишком. Столько еды, блядь, уходит, блядь. Но прокорм, блядь, это свиньи. Ну реально очень дорого. Чё там, Destroy? Destroy me. Destroy. Бля, на русском пишу. Destroy me. Suicide.
Welcome to Suicide. Suicide Club. Планетные насекомые могут распространять пиздатые болезни. Ну еще как? Че, давай там. Да. Опять сейчас весь стрим только готовится будем на выход. Да я готов. Ты много жертвы не бери, потому что смысл сразу да дохнуть, как мухи будем. Это все бессмыслица. Ну главное, чтобы фиг, как говорится, фиткина грамота. Так, погоди, винтовку сейчас сразу себе возьму. Бур. Расшарился, расшарь. Кого? Ну, в корыто. Я не могу. Корыто не можешь. Погоди. Могу сесть. Погоди. А, ты на этот что ли не можешь сесть? Да. Слушай, погоди, где он? На шмель. В устройстве, наверное, в кабине. На П нажми, нет. Нет, так нельзя. Как эти. Кабина открыта, код замок. Подожди, слушай. Что, сесть не можешь? Нет, знаешь, что я заметил? Я только что броня была нормальная, да. Тяжелая. Я сделал суисайд, короче, и она теперь вообще сломанная. Бля, в натуре у меня тоже. Пойдем тогда да. У халявщиков за починимся и дальше. Да, только ты это сделай, чтобы я сел. А я не могу сделать, погоди. Нет, ты нажми на П и нажми фракцию поменяй. На. А, лично, я понял. Все, да, понял, да, понял. Все, о, все. Все, я сел. Погнали. Так, все. Внешне. Взлетай. Так, двери закрыли. Надо было это еще да. Убрать. А что, света нет? Фар нету. Фар. Сейчас космические менты такие, почему нет, фары не горели. Номера нет. Я это. Его не ставил, бессмыслица, избивают быстро. И у меня же это. Ночное видение. Слушай, я здесь не помню, что станция была. По-моему, на той только барыжной, да? Ну, да. Я просто не помню, что там было. Блин, слушай, интересно, а здесь тоже вылетаешь сквозь текстуру? Имеешь в виду, если встать? Да, давай попробуем, когда приземлимся. Да, не на высоте, а то у тебя это чебурин. Сдует, да. Тем более на улице радиационный туман. Да. А ну, на улице немножко радиоактивненько. Ты думаешь, что так по глазам стало бить, а это типа рассвет над этой частью. Угу. Бля, далеко это, слушай, станция торговая. А, знаешь, как быстрее лететь по орбите? Ты, короче, вылетаешь в космос, она там быстрее летит, пролетаешь и снова приземляешься, короче, на планету, так быстрее будет. Так, нам чуть левее. Вон, хорошо. Ну это да, сначала надо подняться, потом. Но это все равно быстрее, чем напрямую лететь. А, только надо не забыть, где зайти. Ну там можно отметку поставить и. Да, видишь, оно быстрее как бы. Да, только теперь там будет эпик, если мы перелетели. Нет. А не, вон на тренинг. Еще надо. Вон, 2-2 километра осталось, сейчас долетим. Угу. Ты, правда, не в ту сторону полетел, но пойдет. А? Ты просто по дальней стороне полетел. Можно было в обратную сторону я понял, лететь. Да, и, ты отупанул уже. Ты в прошлый раз летел как раз таки правильно, вот напрямую, там 6 километров было. Просто по дуге длинной. Так. Кстати, давай проверим. А, я не могу выйти пока. Сейчас, вот я сел. Ну, давай. Вышел? Так, все, да, я вышел. Дядь, смотри. Оп. Да, вылетает. Ну ладно. Пофигу. Так, пацаны, будет.
Видимо, каждый раз, когда убивают, оно это... Типа штраф. Ну, возможно, кстати. Надо посмотреть. Бля, это я же снять не могу без этого. Вот, вот, тут есть шкафчик. Товарищ пацанер, ничего не нарушаем. Все, заеби, халява. Блин, модули, кстати, старые у меня были. Надо было снять там модуль, был какой-то доп, я уж не помню, на что, но вроде на тепло был. Ну да, там, ну потом мы их найдем еще кучу. Ладно, давай, садись, корабль. Бегу. Полетели. Уже бегу. Нифига, как у него двигатели ревут прям. Да, в здании слышно. Большие двигатели у него стоят. А может, баг такой? Там есть еще больше двигатель, он еще быстрее становится. Так, все, я засел, погнали. Погнали. Девять душ на подъем. Сейчас буря летим. Я понял, что за прикол. Короче, когда восстанавливается выносливость, тратится, короче, хавчик. Типа, если часто бегаешь. Ну да, типа устаешь. Так, то... куда? Топ дистиллеры. А дереликт шип называется. Просканируй. Так, сейчас. Посмотрим. Он такой бирюзовый будет. А может, у меня есть, надо посмотреть. Attention. Сейчас пойду. Красные. Вот он, вот клап. О, да. С другой стороны. Я вижу, вижу, да, вот он. Я нашел его. Legacy. Сейчас я к нему это маршрут поставлю. Принять. Ну а чё, легани? Сейчас. Следуй за тем кораблем. За подбитым, да? Угу. Знаешь, как это как обычно в фильмах, там такси ловят, это, типа следуй за этой машиной. Да, да. Только надо периодически сканировать, короче, потому что могут подлетать вот эти ублюдки, дроны. Да, я стараюсь сканировать. Можно поставить турель, слушай, на крышу. И она будет шмалять всяких таких недоносков. Сканирую вроде чисто. 2200 осталось, вон он, я уже его. Да, вот он, да. Уже прорисовался. Если что, у меня пушки есть, если сейчас кто-то нас будет шмалять. Ништяк. Так. Просто тут можно ему ядро разломать. Ты знаешь, где оно? Не, не знаю. Я тогда вот залетел к нему, вот лети, да вот сюда, вот правее чуть. Ага. И потом, если налево повернуть, вот там будет вход как раз. Я, да, вижу вон. А, еще наполовину подраздолбанный. Просто хер знает, где у них. Это... Так, это легасями. С наследием война у нас. По-моему, мы с ними все равно не друзья, нихуя. Не, легаси это, я так понял, просто остатки. Он залетает туда. Внутри имеешь в виду? Да-да-да, прям. Ну, чтобы это, в тепле и... комфорте находиться. Не знаю, он залетит, не залетит. О, нормально, смотри. Там уже пацаны шумят. Да, да, там они уже расшхерились. Все, чуть-чуть выровняй его. Сейчас. И чуть вперед. О, ништяк. Паркуй. Все, погнали. У них это нету этой, как его, искусственной гравитации. Ну ладно. Знаешь, чем можно двигатель? Ух, блядь. Это я нажал этот. Осторожнее, эту корабль сейчас разнесет на щепки. Штуку дрюку нажал. Не, это... О, как тут есть эти контейнеры, смотри. Камень стоит. Уже можно грабить караван. Да, тут... Добра какая уже херня. Навалом. Какая-то херня. Так, где-то тут... Вот, смотри, вот тут открывается этот... Трощь. Спуск. Спуск сюда. Я вот тогда в этот телепорт залез и такой, блядь... Не надо телепорт, я такой... Ну да, я уже понял. Ты, у тебя какая-то это, мания в телепорты прыгать, и потом ты жалеешь. Ну, конечно.
Типа, нахуй я так сделал, да? Вот, смотри, тут есть... А ты сзади зашел? Типа, да, вот он... Я тут... Какая-то консоль. Да, вот я какую-то штуку открыл, короче. Вот он, биохимер, карго. Вот, они... Вот, я, короче, открыл эту хуйню и... Я думаю, что получать пиздюлей это туда. Так, фонарик надо включить. Есть какие-то. Только не торопись. Там кричат, блядь, монстры. Наверх, походу. Ну да, это что я думал. Я наверх потихонечку поднимаюсь. Блин, а двигатель не выключил, сейчас выжру топливо. Тихо-тихо, уже рядом шумит. Так, справа на лестнице чисто. Блять, не могу пройти, чё за хуйня? А, дверь мешала прыгнуть, надо прыгнуть. Так, осторожно. Тут закрыто. Автоматическая дверь закрыта. Не закрытый. Тут тоже закрыто. Можно попробовать распидорасить, но пошли наверх посмотрим. Закрыто. Типа, знаешь, как чужие здесь типа были, да? Ага. Ну, аптечка. Так, ну тут можно такую хуйню. Можно перепрыгнуть. Я хотел по-нормальному разобраться с ней раз и навсегда. Ну, как хочешь. Дверь закрыта. Так, здесь да, разъёба. Душевая, как всегда. Кто-то был недоволен. О, хавчик есть. Нельзя, говорит, пользоваться туалетом. Нельзя. Что другая фракция. Да, ты, говорит, ты из какого сюда корабля, пацанчик? Так, тут, опа, впереди, погодь. По-моему, там турель. Я сейчас что-то высунулся. Но я не уверен. Да, турель. Просто я высунулся, блядь. Да, стреляй. Готово. Штяк. Давай потихонечку иди. Вон еще одно. Там вон кнопка какая-то. Ну, скорее всего, нажмешь на кнопку. Погодь, и не торопись. Получаешь что-то. Пизды. Ну да, давай посмотрим аккуратно. Осмотримся, а потом уже нажмем на кнопку. Угу. Это мостик. Вроде нету ничего. Да, это мостик. Угу. О, вот смотри, тут какая-то. Какой-то мишен. Консольная мистика. Кстати, вот эти декоративные консоли, если забрать, их можно потом нихуево толкнуть. Угу. Они хорошо стоят по деньгам. Что там? Перетер с ней, с консоли. Ну тут что-то рассказывает, но. Типа события, видимо. Ну да. Чё, жмя? Что, мне кажется, там эта хуйня. Ну, да жми, конечно. А вот там, слышал, прокусанный кусок контейнера, смотри. Здесь что-то было, что-то вышло, типа, туда. Чё, бля, давай. Ну, понятно. Там вот криокапсулы. Шу. Стой. Мы кого-то открыли. Что-то открылось, да. Кто-то или что-то открылся. Может, двери? Может, все, которые может все двери, да, тебе. Вон они идут. Вон она, хуйня. Ух ты, блядь, бегут, осторожно. Вот кто орал. Да, я знаю, они вообще... Дерзость. Дерзкие, мерзкие. Как они называются, дерзость? Блядь, жбан стреляешь, им почти похуй. Их вот здесь, вот они отсюда пришли. Теперь, да, двери все открыты. А, это на улицу. Все двери открыты. Вот здесь, вот смотри, вот там они отсюда пришли. Вот здесь вот я, смотри. Ага, еще вот, смотри. Я слышу. Где ты? Ну, пошли. Вон они. Я здесь, да. Блин, сейчас я перезаряжусь, пока не шагай. Лучше иметь преимущество, когда будет выходить. Угу. Вон, в другой комнате. Еще есть, кричат. Держись.
хорошо. Он в каждой комнате. Вон, в другой комнате, следующий. Так, это ты шагаешь? Да. А у них тут, оказывается, сквознушка была. Кто? Сквозная была дверь, вон там. Сзади, сзади! Ну, броня, кстати, хорошо держит урон. Еще. Ну, значит, нас с тобой быстро подохли здесь. Они, кстати, могут бесконечно спавниться там, короче, это есть. Скорее всего, где-то он и есть. Так что, если ядро отключаешь, то они такие... Мы больше не будем. Стой, они вон там есть, походу. Слышал. Там дальше по курсу. Куда а, это вот мы тут пришли, да? Ну вот они вот тут, наверное. Да, вот мы оттуда пришли, они сюда вышли, двери открылись. А вот эта, по-моему, дверь была закрыта. Ага, вон, смотри, вот... Чё? В следующей комнате вот здесь слева будет. Нет, ты... А, меня долбят. О, нифига, меня покоцали, паразит. Есть или чуть? Да, вроде есть. О, чужой паразит. Бля. Здесь чисто. У меня паразит, короче. Паразитирует на тебе. Да, я даже не знаю, чем его вылечить, слушай. Блин, у меня были таблетки, но я их все продал. Так. Ну, пиздец. Где-то внизу еще должны быть. За дверями будет. У меня это... Чё? Выжирается. Слушай, а когда ты умрешь, интересно, если ты умрешь, именно тебя убьют, тогда, по идее, может, не будет у тебя тратиться эта броня? Не знаю, видишь. Так, я наверх пока пошел, как вот мы сюда шли. Вот эта дверь открылась. Все. Ты умер? Нет, меня плющит. Сейчас давай подохну. Я покараулю твой труп. Только не умирай, дестроим, это реально будет. Ну я понял, я сейчас просто это... Я им здесь сейчас... Поближе поднимусь. Ой, блядь, я вниз пошел. А, вниз и была больше дверь закрыта. Блядь, вот он! Бля. Все. Давай. Я один пока остался. Попробуй отмахаться потными носками. Ну, давай. Жрачку в этом оставил. А у меня там возьми, можешь. А, прикол, хочешь? Чё? Нажимаешь типа текущее расположение, и он да. В космосе тупо. Заебись. А, ну сейчас я подлечу, подожди. Давай, я здесь на карауле на этом этаже. Да, двери вот эти открылись, они отсюда вышли, где, помнишь, мы не могли пройти? Да, да. Я надеюсь, не успею замерзнуть. Туалет с ванной. Туалет. Короче, надо на ранце лететь. Для броника есть. Они с туалета с ванной вышли, пидорасы. Молись. Тут дверь автоматическая, но она мне не открывается, недоступна. Видимо, придется пидорасить ее. Долбить. Либо где-то кнопка есть, которую мы не знаем. Слушай, судя по шумам, где-то еще есть. Можно... Ну, конечно. Тут два варианта. Либо они реально спавнятся где-то в больших количествах, либо... Так, я уже здесь. Косарь. Ой, тут, короче, это. Чё, на площадке? Они. Да, на площадке. Помочь? Угу, я. Ну подожди, может попробую на ранце просто прилететь. Они не достанут. Блять. Офигеть, их тут до хера. Я туда не пойду, там внизу их чекнули кричит. Блин, опять меня это. Сожрало. Ну да, мне ногу сломали, рану открыли, сделали. Я сейчас вспомнил, блять, я застрял. Где лавочка? А, слушай, двери-то закрылись. Бля. А я застрял, где лавочка. А вот, ну, там где-то дверь была, дверь короче, была наружу. Кокпита. Где кокпит, помнишь, дверь была? Не, там другая была сзади.
дверь. Вот-вот, я на ней. На меня сможешь выйти? Пробую сейчас. Просто не знаю, где ты. Сейчас посмотрю. Нет, то еще другая турель. Это другая турель убила? Да, там турель есть. Обратно, если пойти. А. Короче, вот я на крыше. Угу, вот сейчас попробую. Вылетаешь на крыше, вот я на крыше сейчас. Покажу угу. тебе вход туда. Там их нахерища, этих уродов. Вообще страшно. Так, где ты? Я тебя не вижу пока. Нет, слушай, броня целая. Целая? Значит, ты только штраф за саму смерть. О, бля, тут холодно. Угу. Да, там. Так. А, все, вижу тебя, вижу. Где вход? Желтый? Ой, да, вот здесь вот вход. Вот я уклонил. Угу. Да, сюда. Так, сюда. Да, вниз. Сейчас потихонечку не торопись, эти уроды там, походу, они там размножаются. Осторожно. Просто хочу забрать своих. Сюда, да. Это душ. Нет, это не. Вот тут я. Блять, это не я, это они ходят. Да я откинулся тут вот все. Да. Все, я взял. Бери оружие, они в самом низу, короче, там целый коридор. Так, так, так. Ну погнали. Внизу их пиздец, мне страшно. Не, здесь мы нигде не пройдем, здесь закрытая дверь, а внизу там не шмель. Ну ее можно. Ну да, они закрыты. На 200 прочности. Да не знаю. Ну попробуем давай. Дверь, по-моему. Не, я так не. Не, нихера, прикинь, нихера, она вообще крепкая. Щит стоит, да. Не тратит патроны. Вот он. Я говорю, они пиздуют, там очень много. Они там спаунятся внизу. Двери пооткрывались. Угу. Там вообще. Капец, сколько. Говножопиков. Осторожней. Сюда на этот этаж пойдем. Ой, блядь, какую-то дверь о, открыл. Вон они. А, я думал, сзади здесь двери. Блядь. Еще дверь. Бля, опять паразит. Нифига. Не повезло тебе. Да, я понял. Просто положи. Да, в кладовку. Ага. Давай вот эту дверь рассмотрим, что внутри от этой двери, которая открывает. Ну, давай. А мне дальше страшно идти. Да, мне тоже как-то. Я просто к тому, что не хочу, что. О, этих мяса, кстати, можно съесть. У тараканов? Да. Я чувствую, их там херово туча. Ты там в то маленькое помещение заходил, не смотрел. Здесь. О, миниган, пулемет, нихуя себе. А что к нему нужно? Идут, слышишь? Угу. Расширение контейнера. В маленькую комнату не заходил, да? Справа, которая. По-моему, заходил там, как херня. Тумба. Страшно. Грубай нахуй. Да. Лисы! Скорпион. Скорпион. We lose. Подожди, там смотри, наверху что-то есть. Нет. Вентиляции. Да, вот давай вентиляцию сюда. Не ломается, нет. Может, где-то пропустили ход? Нет, это, видимо, слушай. Потом сюда. А, может, а подожди, смотри, я смотрел видос, там, короче, вентилятор долбишь. Фу, вентилятор, он даже не поцарапался. Не трать патроны. Он даже не поцарапался. Ну, ладно. Ладно, тогда. Нам пофиг. Ну, пошли дальше, значит, какая-то кнопка есть.
Ну, давай. Налево. Можно, кстати, на этом лететь. На ранце. Кстати, да, можно под крышу залетать, чтобы они не кусали. Но пауки только раз. Но они все. Все равно как умудряются доставать. Блять, где-то орут, но их не вижу. А вон дверь закрытая. Вон, вон, появились. Открывает, ходи, если выбегут сразу в небо. Еще как тут планетарий. Секси. Дрочь машина. О, собаки. О, смотри. Вот тут какой-то этот. Security терминал. Блин, сзади. Сзади собака. А здесь херово тебя, что если летаешь, тяжело это. Смотри, кнопка. Угу. Види, код говорит. Угу. Подожди, тут терминал есть. Посмотри, в терминале есть код. Сейчас посмотрю. Так. Контейнер, говорит. 66-62. 66-62? 66-62. Жму, ёпта. Все, должно что-то сейчас открыться. Блять! Вот крыша открылась. Угу. Вот тут контейнер. Топливо, винтовка, буст. О, нифига, модуль, короче, майнер, да? Лазерный. Nice. Да, можно на этот на шмеля цеплять. Поставить. Да, на шмеля ставить. Только надо будет ему улучшение, он это ядра сделать. Оля, короче. Такая же, кстати, расширение контейнера. Ну да. Это здесь патроны типа были когда-то. Ну да, я там. Слушай, а может это теперь открылась какой-то. Та вентиляция? Не знаю, можно попробовать. Там вот комната вот эта вот есть, что-то должно быть. Что там за капсулы? Бля, кто? Турель, сзади. Хереть, она активировалась и раньше не было. Не, просто мы попали так под ее раздачу. Да. Нашел там что-то интересное. Да нету, просто комната такая. А, да, вот тут дверь. Тут тоже, кстати, дверь есть тут. Видимо, куда-то туда надо идти. А, она закрыта. А вот эта открылась. Какая? А вот есть кнопка, есть, смотри. Жму. А, она не активна. Ага. Предупреждение какое-то, блядь. Радиация. Она не активна, кнопка. Видимо, где-то что-то надо нажать. Так, там говоришь, да, что-то ты нашел, где турель была. Он говорит, типа. А вон они где кричат, смотри. Смотри. Где? Там внизу. Ну там за стеклом. Да. Вон, так, сходи. А это дверь. Вот тут есть. Вот это, кстати, можно вот эту нажать. Mm-hmm. А, тут написано, знаешь что? Ранен диагностик. Ну-ка. Хуярим, блять. Сейчас там нужно, говорит, типа очистить сначала этих. Да. А потом типа перезагрузить. Во, выбежали, слушай. Да, летим. Взлетай. Да, блин, неудобно. Как расстрелять еще неудобно. Да. Не так-то много места, чтобы взлететь именно с такой. Ну лучше, конечно, ходить. Может, они вот оттуда пришли, да. Тут дверь. Открылась вот эта дверь. Она закрыта. Да? Да, они, видимо, отсюда выбежали. В шкаф для брони. Слушай, а может открылась? Какая а из... кнопка это работает? Нет. Слушай, погодь. А вот это же, смотри, это структуры, короче, блоки инопланетян. Ну-ка. Что они такое? Это у меня патроны скачает. Ну... Нет. Нихуя не произошло. Не, вообще ни разу. Куда-то в другое место, значит, надо. Где-то еще что-то мы пропустили.
Вот такая же дверь, типа, а была это что открыта. Такое? Что, ей не играли часто? РСУ. Не, это для поворотов. А. Ну слушай, надо куда-то вернуться, значит. Да, где-то. А вот здесь, где мы увидели с тобой, давай здесь вентиляцию проверим. Я проверяю вентиляцию тут. Угу. Не, она закрыта. Если что. Там нифига нет. А, подожди, вот эта комнатка? Нет, все закрыто тут. Это должен быть прикол тут. Ну-ка. Хуй. Надо бродить дальше. Да, этот корабль щит имеет. Так просто. А, да, там если щит, то... Фиг пробьешь. Да, 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 убить. Так, чё. Я в планетарий зашел, может тут что-то скрыто. Могу понять, блядь. Свет вроде есть, но если так темно, что ничего не видно. Прям темнота вся поглощает все. А что такое вообще? Ух ты, ещё раз. Судя по шуму, где-то еще не есть, прям прячутся, сидят там, дрищут в глинище. Страху. Какие типа, блядь, нас. Ну мы. Он что же? А мы такие, ну блядь, давай выходи. На честный бой, мазафака. Да, блядь. Бесит этот крик ко мне, меня, блядь, испугает. Я только расслаблюсь, и меня аж прям это мандраж. Бля, где-то должна быть какая-то приколюха, прям. Вот, так, смотри, я нашел еще комнату. Знаешь, куда иди? Сейчас я попробую тебя примерно прикинуть, где ты. Вот сюда. Да, пошли. Да, точно. Вот сюда. Вниз пошел? Нет, да. Сюда. Да, точно было же. Вот тут мы не были, вон они ходят. Вон они. Бля, через эту сторону уже попадаешь. Вот за... Вот эти народы. Красавчик. Через эту не прострелить. Бежи. Сука, бля. Хоррор игры. Ага. Это тебе не это. Чисто. Это тебе не No Man's Sky, да? Ох, нифига тут жара, подходи. Да, там, блядь, там походу этот, реактор. Ух, бля, я сейчас сдохну. Ну, жестко. Там перегрелся наш, все херово. Слушай, ну, наверное, пробежать надо. Тепловой удар. Погоди, капец мне колбасит. Погоди, мне кажется, не пробежать, какой-то прикол, погоди. Видишь, радиация горит, значок. Знаешь что? Тут, дрон. Тут просто... А, тут двигатели, вот двигатели стоят. А, я говорю дрон, ну-ка давай запустим. Ну давай дроном. Сейчас отойду. Тут можно пробежать. Да, зачем рисковать? Может тут где-то кнопка есть, которая отключает их. Ну давай. Заодно можно это на разведку слетать. Смотри. Контейнеры. Ай, сколько взять нельзя. Дрон не умеет брать. Так, если чё, впереди, блядь, тупиковая сторона, а вот сюда вот есть заход, там за баллонами с газом проход будет. И там турель стоит, огромная пушка, кстати, за баллонами, если чё, на будущее, да? Запомни, да. Сразу не высовываться, пушка огромна. Ну давай, там главное туда, в коридор забежать. Чё, готов? Сейчас. Давай, бин закушу. Хилил. Ну чё, ёпта, побежали. Погнали. На там, можно пролететь. Сзади, ебать. Я тут уже спаунил. Хер
да? Подстава. Ну. Их не было, когда дроном летал, они заспаунились. Да, они спаунятся, когда подходишь, короче, там. Что, хера нет, или ты уже посетил? Нет, ты там взял компьютеры. Все, тогда пойдем. Сейчас пушку починю. Так, где турель? Турель за этими, за бочками. О, запомнился, красавчик. Готово. Сразу, вот сейчас здесь будет поворот направо. Угу. Вот. И сразу справа, вот здесь, вот сразу справа. Там эти сразу должны справа быть слышно. Да, они там есть, но там... Турель. Сзади, справа от тебя. Блять, сложного паразита не подсадили. Да, ну он на... Не, он нормальный, у меня тоже уже кожный паразит 4 минуты. А я думал тот, который это убивает. Видел, да, справа, вот она. Ага. Мои патроны кончились, нет, пушки. Давай. Смотри, бежи. О, со шмелем, кстати, связь есть. Да? Мы, наверное, под ним находимся. А вот здесь вот репутик есть. Да, там кто-то. Вот, пока пусто. Кто-то орёт. Вон, бежит. Ух ты, какие-то новые жуки сюда. Сзади, отходи назад. Еще бегут. Там можно и не налево, а направо пойти. Да. Давай-ка сначала одну. Я налево сходил, а нет, там напали. Там, видимо, одинаково здесь. Все. Иди сюда вниз. А, тут. О, там такая... контейнер с крутым лутом. Ну там двигатели. Ну блин, это риск. Ну давай сейчас это скину шмот в этот. В шмель. Шмеля можно закинуть, он доступен. Кстати, я в холодильник сейчас они еды скину. Можно похавать, кстати. 4 мяса вот собрал с местных аборигенов. Да, я тоже закину. Припасы не скидывай. Ой, бля. Я себе оставлю. Так, ну все, вроде. Давай, я жду. Видимо, ловушка была. Все, я взял. Ага, специально ловушка была. Угу. Хитрожопа. Половый удар, да. У меня только, получается, автомат остался, больше ничего нет. Патронов. Блядь. Заспавнились. Да. Взорвало эту пушку, мне подрали. Как вовремя мы взяли с тобой хорошую броню, слушай. Угу. Что это вообще? Летит, блин. Налево здесь будет раз, вот. Вот, куда пошел? Не, я вижу, я просто смотрю тут. Давай. Ага. Вот тут, видишь, детектор, датчик стоял, вот он, видишь? Ага. Вот он. Я просто подошел здесь и подорвался. Да. Куда он взорвался? Бегут. Офигеть. Он застревает. Да, это хорошо, что он вот так. Удобно. Их, бля, еще. Стой. Сиди по сумме, что с первого тут. Да. Ну да, и вот тут. Сзади. Стараюсь жбан шмалять, там урона больше становится. Угу. Так, чисто. Чё, шконка приляжем, отдохнем. Легка потом. Так, комната чистая. Бур. В комнате был. Шкафу. Воу, где? Чё? Что-то взорвалось. Нет. Ну это не я был. Видимо, это. Где-то еще. Что-то активировали. Ты контейнер. Техника.
шмотки, шкаф, пусто. Нифига, смотри, какой телек. Ну, пиздатый телек. Бля, вот уже муров. Вон что взорвалось. Чё? Вверх? Вон помещение он так. Вход к нему. О, смотри, тут дверь открывается. Вот они. Вниз пока, наверное, не пойдем, давай сейчас здесь пошмонаем. Ну давай. Бля, есть аптечка? Душ. Нормально. Душ. О, смотри, смотри, заспавнился. Ага. Блин, блядь. Он за текстуру умер. Сначала. Блин, опять эндопаразит. А, блядь, рано. Валя, сюда тебе ползти, да пиздец. Пиздец. Да, ползти, да, не пиздец. А у меня, может, у меня вот этот есть. Холодильник, блядь. Ага, все, все нормально. Ну что, погнали, пока что есть патроны. Патронов, блядь, мало, вот это хуево. Мы... О, ебать, там, слушай, за дверью прячется. Там огромная хуйки. Прикинь, вон за той дверью. Да? А я только что видел, у нее это... еще больше. Подожди, у меня выносливость что-то падает вообще. А ну-ка, а если я жестко, блядь, дрона пущу? Я заметил, на дрона, суки, не реагирует. Угу. Да, реально не реагирует на дрона. Ну что там, пусто? А вон они прячутся вот там за этими, за ебенями, вон они гуляют. А это что? Блять, ее открыть можно. Да. Ебать, там маточные пидорасы. Их там очень много. Можно, знаешь, что сделать? Я могу открыть и отсюда шмалять по ним, если что, назад, ну, отходить, потому что там есть такие огромные типы, которые они через эту текстуру, ну, не пройдут. Угу. Готов? Да. Ну давай. И отсюда, они не пролезут через эту, где большие. Вот эти хуйные гробки. Да, конечно, не пролезут. Наебало. Реально с пулемета надо идти. Маленькая ебалайка не сидела. Там их еще херово тысяча была. Я спустился вниз, иду туда. Блядь, осторожней. А у меня просто вообще ничего не осталось. Планете. Лечила ты. Все, нормал. Осторожнее, там еще один. Фу, блин, я вылечился. Не, ничего нет. Я тебе могу дать это, у меня есть, знаешь что? Пайки и один бинт. Давай, а то мне 175 хп, я сейчас сдохну сейчас. Так. Шо, паразиты, блять. Там ты убил? Нет, нет, еще вверху вон она. Все, теперь точно нет. Заебись. Эй. Так. О, тут этот есть. Тумблер. Бля, погоди, ну, погоди, давай пока не включай. Пока отшмонаем. Давай посмотрим, что есть вообще есть. Может, лечилка есть. Потом. Я чувствую, она призовет какую-нибудь хуйню, либо вот эти ворота откроются, и там какая-нибудь хуйня выскочит. Нет, наружу. Есть. Там еще, кстати, внизу есть и контейти. А, да, слушай, оно не открывается. Да. Там есть внизу еще. Вот, кстати, вот здесь вот вход, смотри, другой, вот здесь второй тут чипы. Давай попробуем открыть. А, нихуя, вот она ее, наверное, открывает. Ну давай, попробуем. Так, пойди, пойди, у нас же есть этот, взлететь, точно. В небе просто останемся и их будем ебашить. Давай, нажимай. Можно... А, смотри, я нашел еще один. Че? Еще один переключатель, смотри. Да, забавно, жми. Че, жмем? Робот. О, робот. Сюрприз, причем полярисовский. Да. И что они теперь нас это хитят? Не знаю. Да, прикинь, он недружественно говорит. Ну, Xerox в принципе нать. Че, жму? Кнопку. Да. Да, дверь открыла. Да, открыла. Вон они там тусуются. Так, каргашек не открыл. Какой звезда, какой, взлетаю в небо.
они дрочилом занимаются. Кто-то побежал. Кто-то дать укушу. Ну ёба. Да. За жопку дай укушу. Встань ты, не нервничай. Так бегают, да? Так-то вроде все. Приземляюсь. Да. Очень удобно. Так, а из их органов нельзя выйти, блядь, не делать как типа. Я так и не понял. Где-то еще пиво ключа орет там. Уже время, он капец с тобой. Ну да. Как всегда. Ну хуй с ним, погнали. Хотел как лучше получалось, как всегда. Так, что там? Справа. Турек. А, да, вот тут я. Вон они. Спрятался, козлин. Там уже выход, по-моему, будет. Если на правой. Сзади, 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 сзади. А что здесь? Вот тут у них нет. Это. Вот, вот, смотри, вот они тут тусуются. Я просто там еще куда-то смотри. Ты вниз пошел? Нет, я тут подлетел и, короче, вот они. Не дергайся, блядь. О, я перевелся так ногами, заебись, они так стоят. Можно перешмалять. Вон, вон еще одна, видишь, огромная место. И через стенку, кстати, будет еще огромная. Мама была. Вон, видишь, через стенку. Наверное, подлетишь, и она такая, говорит. Она взорвется, ну-ка. Не, там это. О, бежит, 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 бежит. Скорпион, осторожнее. У меня патроны вообще хуйня, короче. Вообще да. Мало. Скоро стрелять нечем будет. Блин, у меня как бы много, 2000 еще. Я там, видишь, взял с собой патронов. Да я думал, хватит. Не думал, что там как долго с тобой тут будет. Да. Ну, ничего, если второй заход сделаем. Интересно, они будут спавнить по новой? Не знаю, кстати. Ну, вон они там, небе огромные. Они все там прячутся. Там еще одна, еще две. Еще две, по-моему. Все, посмотрите. О, где-то, видимо. Блять, меня захуярили. Для пулемета где-то нашел патроны. У меня сейчас там тоже. Там радиация жесткая. У меня под ранение. Я на остатке сейчас. Ты стреляешь. Я вообще, короче, перелом, открытая рана. Мне. Блин, у меня это радиация, короче. Да? У меня открытая рана. Да, там плюется какая-то пизда. Да, там есть такие. Ну, не одна их. Надо в душ, короче, идти. Я сдохну сейчас. Нет, нет смысла. Так, я тогда вот здесь сейчас зашкерюсь. Все равно умираю. Нет, да, вот тут, короче, потому что вон там можно войти, по-моему. Вот здесь. Не, раны просто. Да, нет. Лети, короче, тут шмель, вот он, шмель. Шмель. Да. Шмель, братишка. Здесь можно умирать смело. Ну, все нормально. Ша, просто откинусь, у меня тут перелом, паразит, перелом, открытая рана. Блять, патронов вообще нихуя нет. Просто нечего шмалять. Вообще все, что было, потрачено. 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 По-моему, сделать нечего. Надо на базу гнать. Я не знаю, если у тебя есть, ты еще можешь там пошмалять их, конечно. Да, у меня все, что есть,
Надо все, блядь, на это. На базу ехать. А у тебя есть это импульсная винтовка? Импульсная винтовка. У меня лазерная, по-моему. Вот, слушай, смотри, держи. Подбери. Так, сейчас подержи. Я сейчас откинусь. Ай. Блин. Я умер. Ладно. Да, сейчас подлечу, забираю. Вы умерли от потери крови. Мне кажется, там уже чуть-чуть осталось, видимо, Децл. Ну, возможно. Что у меня радиэйшн. Ну, ты, наверное, тоже сейчас скоро откинешься. Слушай, ну, броня тоже коцается, когда, видимо, умираешь или это... Или бьют тебя. Ну, по идее, логично. Ну, да. Так, сейчас к шмелю тогда. Через стралочку ебашу лечу. Можем выйти и завтра закончить, потому что я, судя по времени, сейчас там... Дима уже купаться пошел, надо искупаться. Ну давай, там же недалеко от этого, так что посмотрим. Да, мы просто можем сейчас выйти, а завтра продолжить, если что, слетать за этими, за боеприпасами. Угу. Чтоб не тупить. Ну или я, знаешь, что могу сделать просто? Ну, просто без меня, если ты их зачистишь, пока... я опыт не получу. Не, я зачищать-то не буду, я просто могу это... сделать запчасти. Патронов сделай для этой, ну, штурмовой потом, винтовки, да. Потом снайперки. Вот, что касается импульсной, ты сейчас вот хотел мне скинуть патроны, я так понял. Да, 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 сейчас скину. Так, сейчас я мясо туда закину, а то пропадет. Ну тут патронов хватит. Этих не... Ну, если нормально, хватит, у меня было... Можно не париться тогда, а продолжить, ну, завтра. Ну, и зачистить. Я так думаю, что должно хватить. Думаю, хватит. Давай тогда завтра закончим. Ну, так, сейчас я эти все-таки двигатели отключу. Они, блядь, выжирают топливо. Че толку? Да? Че, дальше посмотрим, да? Блин, не знаю. Просто будет сейчас, Димон, если долго зависнем, ты знаешь, как это бывает. Не, так мы выйдем в любой момент, в принципе, не обязательно же. Ну пошли попробуем. Так, да, ты нормально не умрешь сейчас? Нет. Смотри, я толкнул. Надеюсь, что нет. Тут кухня. Опа, красавчик. Так. Завис. Толок. Вот вон, жучара. Это все через текстуру не может, блин, проехать. Сзади полетел, по-моему. Не, я просто полетел. Тут дофига этих. Ай-яй-яй. Радиация, блядь, бьет. Тут турель еще. Да, радиация от блоков, короче. Че, вообще мощно. Хера не приедет. Блять, опять перелом и рану сделали. Вот на таком. Шо ты здесь? Застряло. Дерьмо. Блять. Чё тут у меня? Турель. Осторожней. У меня все равно рана была. Ты убил турель? Нет, не успел, она меня сняла. А, она тебя уничтожила. Да. Бля, надо будет это. Чё-то. Все, я успел. Ушел. Мне просто кажется, что тут уже. По идее, это уже конец корабля. Я вот снежки смотрю, где сдох, там уже буквально вообще херня. Я просто, видишь, говорю, время поджимает, надо идти плюхаться, а то потом, получается, они сейчас откупаются, и мне надо сыну усыплять, а я сам ни хера не помылся. Убить. Это тоже не круто. Нет, тут вроде это. О. Тут вроде подниматься вот сюда надо как-то. Закончу с тобой завтра.
А, да, вот слушай, вот где контейнер стоял на лестнице, это вот к центру. Ну слушай, а дальше я не вижу, где это. А, нашел, подожди. Жму. Да. Не знаю, где ты. Сзади, где был он заспаунился? Все. Не, мы дохали. Так, чипчиков зажал. Ух ты, блядь. Все подлетю. Замочил. Что это такое? Реактор стейтус. Power include. Warning. Вот оно ядро, я так понимаю, большое, вот это, скорее всего. Это ты где? Я вот где ядро. Да? В кабинете главного. А где ядро? Ложкам. Перед нами. Подожди. Вот. Вот это? Нет, это не ядро, где? Это двигатель. Двигатель. Оно, так, оно такое же, как... Двери. Да, тут радиация, температура. Я уничтожу. Давай вот здесь, наверное, выйдем. А, вот, смотри. Турбин рум. Эдитор. Шо? А он не, это, нет, не активен. Вот дверь. Ну, то, значит, надо через реактор идти, да. Радиэйшн и турель где-то. Ну давай тогда, давай тут выйдем. Давай зашкеримся и потом продолжим с этого места. В принципе, у меня нормально по состоянию. Угу. Ну все, давай, дисконнект.